Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Дар Риди. Мы играем с вами в игрушку The Long Dark. Так, очередное обновление, по-моему. Так, версия 0.5. Так понимаю. Так, теперь, появляясь на острове. Ну, во-первых, по-моему, картинка стала получше, да? Появляясь на острове, у нас как бы с собой ничего нет, но зато есть на берегу и одежда, и все, что нам понадобится. Так, клочья. Оружие. Так, камушки давайте соберем. Нам надо 6 камней, я так понимаю. Добыча вот стиков происходит. Нам они понадобятся. Так, что еще тут можно взять? Звуки появились, да? Ну, как он дышит, все вот это. Прикольно. Я вот не помню, были ли они в тот раз, ну. Сейчас они точно есть. Так, алоэ. Алоэ хорошо нам пригодится для крафтинга. Так, по-моему, появились новые лагеря. Давайте порубаем. Вот лук. Ну, давайте возьмем вот лук, пока место есть. Так, да, пока есть где хранить. Вот у меня дополнительный мешок такой есть. Замечательно. Damage 8. Так, ну нормально, так. Сейчас камней наберем. Блин, ну еще не хватает немножко. Так, сколько у меня уже камней? 4, еще 2 надо найти. По-любому. Вот он еще один. И последний. Последний камень. А, нет, это не камень. Еще все же 2 остаются камня. Последний камень остался. Посмотрим. Флинт. Мне нужен не флинт, а другой. Все, окей. 6 камней. Теперь мы сможем разжигать костер. Что ж, я думаю, самое время посмотреть, поискать. Может, какой-нибудь лагерь найдем. По-моему, тут новые звери появились. И звери, они более стали реалистичными. Вроде как. Ну, как понять, реалистичными, более красивыми, более хорошо обработанными. Было бы прикольно, чтобы, если бы будет все по-русски, какой-нибудь патч, может быть, обновление, чтобы можно было русскую информацию выдавать. Было бы классно. Так, здоровье у меня 100%. Так, давайте почитаем, что тут есть. Хилд 100%, Хантер, Голд, Дэмэдж. Я уж что-то забыл, что это значит, блин, давно не играл. Лады, ну для крафта... Для крафта сумки нам надо, конечно же, шкуры всяких животных и... Шкуры животных... Так. Я думаю, не, я не могу, нет, шалаш ломать. В принципе, можно разжечь потом. Мясо у меня жареное есть. В принципе, пока я кушать не хочу. Вон первый лагерь, давайте посмотрим его. А вон сам дракон. По-моему, он чем-то дышит, да? Да, он стал дышать огнем, пламенем. Летает. Кстати, на нас еще ни разу дракон не нападал. Так, лады, первый лагерь. Должны быть еще лагеря. Вот это, я вижу 2 скелета там. Близко не будем подходить. Давайте, может быть, пока мы найдем какую-нибудь броню, не знаю, получше.
По-моему, тот первый лагерь, который просто тут был. Только один был лагерь, как я помню. Так, что-то есть. Еще один топор. Лучше ли он того? Одинаковый топор, ничем не отличается. Самое главное, чтобы они вдвоем не нападали, надо, чтобы они по очереди хотя бы. Что-то стало их больше, да? Я и думал, от всех я не отобьюсь. Так, есть вот такое вот оружие. Может быть, оно будет поэффективнее. А сколько тебе надо раз ударить-то? Так, все, вырубили. Мне класть-то уже некуда. Хорошо, можно поесть мясо. О, сразу и я, ну, не так уж и замерз. И здоровье поправил. Ладно, мне нужна броня. Или какой-нибудь, не знаю, хороший клинок, чтобы защищаться от скелетов. Клок. Очень-очень много топоров. Они нам, в принципе, не нужны пока что. Я взял, разжег костер. Крафт можно производить. Давайте посмотрим, что у нас там с крафтом. Так, ух ты, можно стрелы теперь делать. Раньше такого не было. Так, дэмэдж 5, дэмэдж 8. Много еще чего не открыто. Топор, ничего себе. 12 дэмэдж. А также вот можно одежду изготавливать. На того, чувак, нарвался ты. Так, ну эти легкие скелеты, их легко убить. Мне надо хотя бы волка убить, чтобы мясо с него как-то раздобыть. Кстати, тут еды вообще нету. Раньше, я помню, еда была. А сейчас что-то вообще ничего не лежит. Зато очень много, много скелетов. Раньше, помню, яблоки, вот это все было. А сейчас вообще ничего нету. Чем же мы будем питаться? Травкой. Хотя травы тут не так уж и много растет. Ладно, со скелетов тоже толку, я так понимаю, нету. Не будет. Так. Кто это висит-то? Голову, что ли? Походу, дело на то. Так, ладно, пойдем тогда дальше, не знаю, посмотрим местность. Нам, я помню, надо будет двоих убить. Олени или как лосей, чтобы можно было открылся, ну, более расширенный крафт, и мы сможем 5 раз, по-моему, надо ударить его. Они, то ли у них интеллект появился. Смотрите, я сейчас раньше
Я мог к ним подбегать, сейчас не могу. Они как бы чувствуют, что ли, меня. Наверное, я сильно воняю. Так, ладно, сзади подойдем. К Кослику. Раз. Раз. Нет-нет, не пида. Два. Ладно. Раз, два, три, четыре. Ой, четыре раза всего лишь. Так, хорошо, надо что-нибудь выкинуть. А что мы выкинем? Камень выкинем. Давайте камень выкинем. Я предлагаю, знаете что? Съесть яблочко. И сможем взять шкуру теперь. Или не сможем. Ладно, песок выкинем пока что. И? Где шкура? Я шкуру взял? А, вот она шкура у меня. Давайте сюда поместим ее. Ладушки. Еще одного надо убить. Где же он? Как раз мы подошли к этой башне. Кстати, может быть, нам удастся второй лагерь найти. Вроде как бы должен второй лагерь быть и новые животные. Ну, я думаю, он не сильно-то уж... Ну, хотя да, они, по-моему, получше стали. Четыре раза всего лишь. Ух ты, кость. Раньше не было такой кости. Возьмем, раз пока есть место. Так, крафт. Да, нам надо делать крафт. Ух ты, можно дубинку сделать. Она пока нам не нужна. Можно простую сумку сделать. Надо что-нибудь, чтобы побольше переносить. Переносимость была. Вот эту хочу сделать. А, 6 дополнительных ячеек. Мне надо еще одну такую штуку и одну шкуру. А, нет, шкура у меня есть. Да, шкура у меня есть. Мне надо одну жилку. Жилку про жилку. Так что давайте еще одного убьем. Олененка. Так, почти-почти подошли. Два, три. О, всего лишь три раза достаточно было. Так, что нам можно выкинуть? Топор нам можно выкинуть один. Отлично. Можно большую сделать сумку. Слишком долго. Вот это мы можем сделать сумку такую. Окей, замечательно. Теперь у нас много предметов можем хранить. Я предпочитаю более такие... Пусть будет тут еда. Тут будут сумки. Вот тут будут такие ненужные предметы. Все, сейчас уже намного лучше стало. Теперь я уже думаю, можно будет хорошую сумку сделать нам. Ух ты, алоэ. Хорошо. Так. Не знаю даже, в какую сторону нам идти. Кстати, мы замерзаем. У меня есть целых три мяса. Три куска мяса. Зачем я убиваю этих скелетов? Мне бы, знаете что, мне броню какую-нибудь получше бы взять. Сделать какую-нибудь получше броню. Для этого мне надо очень много шкур. Давайте посмотрим, что у меня вообще из брони можем сделать. О, тут шикарный выбор, короче. Допустим...
Нужен камень. Его можно в печке делать, такой камень. Ну-ка, если я сделаю хорошую сумку, прям большую-большую. Какая самая большая? Так, чемодан можно сделать. Он, короче, сколько? 30 предметов дополнительных. Это 10 предметов. Давайте хотя бы вот этот, который 10 предметов. Так, а камень можно сделать из камня и полена. Вот это тоже сумка 10 предметов. Ну, клыки нужны. Это самая простая, она у нас есть. Больше не будем пока делать. Вот это классная штука. В принципе, она делается-то легко. Нужно 5 вот этих, только очень много камней. Либо эту, либо вот это предлагаю сделать. Блин, а где эти камни добывать? Они, эти камни делаются, где же они? А, лов металл. А, это металл даже, вот так. Переплавить, не знаю, о чем мне переплавить, какое-нибудь железо переплавлять. Я думаю, это будет сложно сделать. Так, ну давайте вот эту попробуем сделать. Веревки нужны, короче. Не, нам надо хотя бы медиум, металл. Я этот металл-то возьму. Его же как-то добывать надо. О, выпадает что-то. Камень! Ребят, выпадает камень. Круто, теперь можно добывать камень. Хорошо, а как тогда теперь добывать железо? Хотя бы какую-нибудь нам простенькую, что ли, броню, любую. Клыки, ну пока что нет. Ну давай, а что из оружия можно сделать? Стрелы, хорошо, ну будет у меня стрела, а лук? Лук-то тоже нужен. Лук делается, вот стик. Ладно, мне все равно понадобится больше шкур, поэтому нам надо охотиться на зверей. И где наши звери? В принципе, игра стала более интересная. Либо же, не знаю, у скелета забрать доспехи. Ух ты, вот он. Скелет, я знаете, что предлагаю? Скушать яблочко. Бежим, бежим, бежим. Так, где ж ты? Блин, мне бы тебя убить. Ох, ты погиб. Могли бы выжить, могли бы, ребят, но я просто не, пока что это такой предобзор был, то есть, ну, мы пробежались, посмотрели, что у нас нового есть. Ну, вообще, да, можно выживать. Давайте, знаете, что посмотрим? На воду. Мне бы хотелось попробовать зайти подальше. Ну, тут, в принципе, мель. Тут не глубоко, тут даже плыть не надо. Волны прикольные, мне нравятся, я люблю волны. Ой, нет, мы так быстро умрем. Вода-то холодная. Умерли. Такая вот игрушка, ребят. Забавно. Savage. Вот, кстати, через 8 дней, по-моему, какое-то обновление еще будет новое. Вот, ну, в следующий раз мы реально как-то... Мне надо сначала будет изучить эту игрушку, что тут новое есть, а потом уже попробовать сделать более интересный летсплей.
Ну, пока что вот так, ребят. Ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Дарид, ребят. Всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.